В начале ноября по инициативе Министерства социального развития Московской области прошло первое мероприятие под названием «Социальная гостиная». После идею подхватили все муниципалитеты региона. Ленинский район стал одним из первых, где представители соцзащиты встретились с общественными организациями и пообщались о проблемах, волнующих незащищенные слои населения. Формат на самом деле не протокольный, и это правильно. То есть люди, они говорят то, что думают, и мы их услышим обязательно, мы обязательно все эти замечания возьмем к себе на реализацию и будем стараться выполнять все те пожелания, которые нам сегодня дают. Районные общества инвалидов, диабетиков, слабовидящих – вот организации, которые являются основными получателями услуг Управления социальной защиты населения. Чтобы сделать жизнь их представителей комфортнее и достойнее, и были придуманы такие встречи, где возможно выстроить конструктивный открытый диалог, а значит услышать людей, узнать о нуждах и наладить взаимодействие. Не всегда хочется идти на прием, ходить, жаловаться по каждой мелочи. И вот сегодня, например, подняла очень много вопросов и перед администрацией, и перед соцзащитой. Я думаю, что меня услышали. Затронули тему доступной среды и этапы ее реализации в муниципалитете. Поговорили о возможности посещения центра «Вера» не только пожилыми людьми, но и молодыми инвалидами. Для многих представителей общественных организаций было в новинку узнать о центре занятости, где с охотой предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями. На сегодня, если брать, у нас где-то больше 100 вакансий для инвалидов. Мы можем направить на курс повышения или переподготовки, да, и центр занятости оплачивает эти курсы стоимости. Но главное, чтобы в реабилитационной карте было, что он трудоспособный. В декабре планируется провести еще две социальные гостиные, теперь уже с многодетными семьями и представителями ветеранских организаций. Юлия Погосян, Алексей Рудник, Ольга Садовская. Видное ТВ.